Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Эндрипанда, Крошка, Стаканчик, Бродяга, Ассасин, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем нравится карта FNAF 3, и сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранник». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, погнали. Да. А, это чик, откройте быстрее. Я буду так, как бы медленно иду. Очень классная анимация. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, давайте сделаем 10 миллионов подписчиков. Это как-то нереальная сумма, но миллион же сделали, значит сделаем и 10 миллионов. Стою. Ухожу. Понял, что мне ничего не светит, надо валить. Так, сейчас придет другой аниматроник. Этот обиделся на вас. Закрой дверь. Надо брать аниматроника, который может вставать невидимый. Но для начала еще побегаем. А, я не могу дамажить. Ты что, они мне еще бьют? Там мне 10 тысяч жизней, вы меня... О, смотрите, я буду друг друга убивать. Сейчас кто-то из них проиграет, потому что они бьют друга. Друг друга. Что за вообще происходит? Вы что, аниматроника решили убить? Я тебя позову своего злого друга, и он вас убьет всех. Да. Пока они стреляют, я кого-то выберу себе. Смотрите, что делает. Надо валить, тебе надо свалить. Вали быстрее от них. Плохо, не могу тпхаться. Где ты? Нет! Вали, Димка, вали. Я сейчас, короче, возьму другого и приду. Я просто хочу от вас убежать немножко. Ну, ах ты, вонючий маньяк, так нечестно! Ты же сделаешь нечестные вещи. А на войне все средства хорошие. А, на войне не без урода, не без урона. Хорошо, давай. Надо взять аниматроника, который стоит невидимым. А невидимых не так уж много и человек у меня есть. А это закон? А я иду на работу в пиццерию. Это лефти. Пацанчиков мочить, кого-то там валить, детишек веселить. Че, пацаны, вы готовы встретить свою смерть по красоте? Откройте дверь, пока все нормально. Я иду. Вы не переживайте, лефти придет и к вам. Медленно, но он приближается. Я тебя слышу. Здравствуй. Здорово. На тебе. Стоим. Дверь успели закрыть. Если дверь была открыта, я бы убил. Правильно, стаканчик? Нельзя ходить просто. Ох, сколько охранников. Так прикольно. Заходи. Эй! Ты же убьешь меня. И что? Так нельзя просто так убивать. Я же лефти добрый. Не похоже. Очень добрый. Ах ты жопа, выходи. Ай, он сидит там. А как вы хотели? Вы играете за охранников. Это моя территория, ваше место на параше. Ой, в вашем офисе. Давай, выходи. Быстро, щенок. Вот это вообще кто назвал, иди сюда. Эй, слышишь ты? Ах ты. Я тебя увидел, и ты у меня отнял очень много жизни. Даже немножечко кишки из жопы. Промазал чуть-чуть. Не знаю, Гаррис Мод какую-то картинку надо, такую крутую дают. Отражение, все так красиво. Кстати, записываю ролик в оригинальном качестве. Надеюсь, вы видите, что игра вообще не подрезается. Все как есть. Ты что делаешь такие вещи? Вы сейчас зря, я сейчас вас загоню в угол, и вы будете с офиса своего, не сможете просто и выйти. Я сейчас сделаю, я вам сейчас сделаю. Ты смотри на них. Сидите. Ах ты жопа, успел, как ты успел, я же убил тебя сразу. Это магия. Это магия Хорнворца. Хагрида. Хагрида? Ой, поросет. Давай, пригвождай их. Я тебя приглашаю. Умри. Гвозди прошли твои.
Эй, вы вонючие шарами своими. Это что, честно? А это честно. Хорошо. Я вот думал с вами хорошо играть, а вы мне не даете никакого шанса. У меня есть одна бабушка, она очень злая. Она говорит, внучок, если тебя кто-то будет обижать... Слышали звук? Сейчас слышно. Какие-то звуки. Окружка, поставь два стола, это музыка. Опа, а это вы стоп-сон делаете или сама музыка пропадает? Очень странно. Да нет, это ты, наверное. Бабушка, зачем? Бабушка Гренни идет. Да тут ты... А ты братёк! Да ты задрал! Ты мне ножик в спину вставил, даже чуть-чуть ниже. Не буду говорить куда. Ты что делаешь? Прямо в пятку. Да, пусть будет в пятку. Сейчас мы возьмем тогда аниматронейшена, который может вставать невидимый и может убивать. Не, на расстоянии убивать это читерски, да, пацаны? Да. Так. Вот. Вот мой любимчик, которого я не брал миллион тысяч лет. Отойдите, пацаны, сейчас я вам покажу, как надо гранаты ставить. Открывайте. Открывайте. Так, где пацаны? Входите. Вижу, движушка. Оббежим по кругу. Сзади. Он баллон боя взял. Дурачок. Плохо я не могу забрать у них фонарики, как вот должно быть. Хоть батарейки. Ассасин, ты попал под горячую руку. Баллон боя злого. Вот он. Уйди оттуда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я тебя видел с фонариком. Эй, а вы чё умираете? Значит так. Ой. Так, подожди, я не вижу через стены, это очень плохо. Я к тебе, соседу, шо, а ты? Извини, братик. За что? Ого, жахнуло, неплохо. Ой, Angry Panda, базука, рядом попал. Еще б чуть-чуть бы и попал. Прям рядышком. Так, Angry Panda. Ого. Красиво улетел, сальтуху взял. Ты на меня нацепился, 4. Эй, а кто там базука целится по мне? Я вижу, лазер красный в стенку светит. Да. Так, опа. Опа, я вижу, хотя через люк пролез. Ты Angry Panda, ты дурачок, что ли? Так, стаканчик, вижу, бомба прилепленная. Ты даже на себя налепил, ты умеешь бомбой вообще пользоваться? Отведите оттуда. Это не я на себя прилепил, это на меня. А, на тебя прилепил. Это, знаете, охранники-неудачники. Мне нравится наблюдать, как вы убиваете друг друга. Ты меня увидел? Ну блин, Ну я так красиво за вами наблюдал и угорал, как вы играете. Это было реально угарно. Мне очень нравится. Я думал, подозрительно, где ты? Так. Вы заколебали. Ребята, напишите в комментариях, какой самый любимый ваш аниматроник. Я буду знать, какого аниматроника больше брать на роликах. Лефти. Лефти, да? Да, Лефти. Да. А вот пусть напишет еще в комментах, какой же самый любимый. О, знаете, кого я не брал много-много времени? Че, отойдите все. Я сделаю звук, вы должны узнать. Пацаны. А, нету. Базу отойдите все. Сейчас вам покажу, что такое. Матадор. Я не слышу. Все, отойдите. Ха-ха! Нет. Ля-ля-ля-ля-ля! А был скример? Да. Так, ребята, давайте по красоте. По красоте играем на нычку. Я слышал, взял кто-то петуха красного. А почему этот дым граната откидывает? Она убивает. Отойдите все. Где-то тебя здесь видел. Надо бежать. О, я пойду с другой стороны. Пойду, да, где автоматы. На автоматы схожу, прогуляюсь. Я видел Эннерда. Все, я иду в пиццерию. Эй, слышь, ты меня видел, это нечестно. Отлично, в голову, через стекло. Я был на машине. Я испугался. Это было четко. Аниматроники побеждают, пока мисс.
невидимый, черт! Стой, Димас, если видишь меня, не бей, я добрый. Какой ты добрый? Для меня нема добрых. Вы меня пытаетесь пулей в жопу стрельнуть. Отлично. Ты с ними, Димки. Ты что, как крыса? Ляд ты крыса. Ляд ты крыса. Я выхожу, не трогай, я за тебя. Все, давай, хорошо, я взял видимого. Ну и что вы мне сделаете, что? А я иду мочить охранников. Ля-ля-ля-ля-ля. Настроение классно. Просто псих. Ого! Да ну это... До свидания. Привет. Чё такой жесткий, а? Нельзя. Можно. Все, пацаны, решающий матч. Еще один? Нет, на кулаках. Да, хочу еще разок, потому что мне кажется, я сейчас поддавался, же ж не по-честному играл. Ну, я тебе верю. Димас, погнали, наверное. Забив на крыше, на кулаках. Я тебя где-то опять слышу. Пойдет. Это было мощно. Ого, ты чё, неадекватный что ли? О, вижу, кто-то бегает там. Вижу, надо, давайте повыше тпхнемся. Если он ещё-то кого-то убьет, то я запущу бомбу. Какую бомбу, Настоящую. Ну всё, Дима. Ух ты. Я снизу. Ух ты. Бабушкина калитка целая осталась. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Эпичная концовка, ребята.